В Люберцах 19 августа состоится первый сырный фестиваль-ярмарка. В нем примут участие порядка 20 сыроварен со всей России. Об этом сообщает пресс-служба Люберецкой администрации, цитируя главу городского округа Владимира Ружицкого. На сырном празднике будет представлена продукция из Люберец. Это мягкие сорта сыров, такие как моцарелла. Также свои товары покажут предприниматели из Москвы, Подмосковья, Калужской, Липецкой, Смоленской, Ярославской и Владимирской областей, Алтайского края, Тулы и Нижнего Новгорода. На фестивале можно будет продегустировать продукцию, посетить мастер-классы, а также семинары по сыроварению. Организаторы подготовят фудкорт, где повара приготовят блюда из различных видов сыров. Первый фестиваль сыра пройдет 19 августа в парке культуры и отдыха «Наташинские пруды». На него могут прийти все желающие. Анна Троян, телеканал ЛРТ. Всем привет! Я Наталья Григорьева. Вы смотрите ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на YouTube, ставьте лайки и всегда будьте в курсе интересных событий.